Врач пренебрегает длительной болезнью, руки опускает, не видя результата. Если бы до этого мы в грехи не лезли и в реанимацию, то был другой бы статус. Лечат легкомысленные горе депутаты, пастыри фальшивые, лжеучителя. На зипун с лохмотьями новые заплаты, от вина пролитого мокрая земля. Лекари-волшебники, отойдите прочь, как жрецы Ваалова, не терзайте зря. Вашим знанием мизерным грех не превозмочь, ночь не отступает и не взойдет заря. Ваши комитеты, лучшие программы, есть обман кощунственный и злодейский хитрый. Крутят, извелюжились, твердят свое упрямо, звезды и палеты, сверкающие митры. Перестать грешить, вот это вас страшит, животолюбцы бедные, как бледные поганки. Не раскрывая Библии и ее святых вершин, не знаете, как щедро дает Спаситель манну. Лекарство уникальное, оно без срока давности. На этикетке цифры, главы и стихи. Там фармацевт-апостол вам не подсыплет гадости. Водой не разбавлено, вино не рвет мехи. Из древности пророк на нас сверкает скальпелем. К помилованию музыкой взывает всех Давид. Полынь для аппетита, дабы мы провалкали. И результат такой, что мертвых удивит. Какой бы застарелой короста ни была, как глубоко болячки в тело не гнездились. Бог воскрешает заново, без крашенных заплат. В слова Иисуса мощь, живительная сила. Что впредь не заболеть, не заразиться вирусом, не подхватить заразу, согнувшись инвалидом. Евангелие дай в самом себе расширить. Слезами выжмем грех на искренней молитве. 27 августа 2004 года.